нахожусь на Гинзо. Это такой район в Токио, где куча всяких бутиков, магазинов. Вот что-то типа вот этот Топка и тому подобное. Видно, да, там? То есть... Из Гинзо счастье. И вот там сзади вот всякие там светящиеся дома. Надеюсь, там хорошо видно. Вот я сейчас немного проедусь, покажу, что там вообще это самое видно. Какие есть магазинчики, как японцы отдыхают в выходные на этой улице. Вообще, это считается самый дорогой район в городе. Здесь очень много магазинов, но они все безумно дорогие. Но если вы хотите купить брендовую вещь, очень, ну, как сказать, качественную, вот то вам сюда. Здесь, как говорится, для вас будет очень большой выбор всяких различных вещей от мировых производителей. И, ну, достаточно качественно, без подделок. Хотя иногда встречаются и подделки. Так, ну что ж, поехали.
подсветка. Ну вот, в принципе, и закончился этот район Гинза. Здесь уже все, как говорится, вот окончание улицы. Здесь ее закрывают вообще днем. Пешеходная она чисто. Юракчо.